Ну, как бы, давайте разберем природу, как бы, мужчины. Мужчина по природе нежный? Нет. Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место, Черное море, Анапа, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Вот мальчика взять, маленького мальчика, он к папе подбегает, по колену его. Девочка говорит, ты как с папой обращаешься? Раз его обняла, коленку его подошла. Вот девочка нежная по природе, а мальчик вообще не нежный. Понимаете, природа другая. Будь со мной ласковым, будь со мной, не, будь со мной бережным. Мужчина бережный? По природе бережный? Нет, он там что-то взял, раз, отломалось что-то. Ну, так получилось, он не хотел. У меня вот Максим, помощник, он чемодан закрывает, и я всегда боюсь за чемодан. Он не хочет, так просто получилось. И молния слетела. Вот. Ну, природа такая, мужчина, грубоватая. Будь со мною прежним. Мужчина прежний? Нет, это женщина прежняя. Она, у ней природа стабильна. Мужчина все время меняется. Говорит счастливый, глупые слова. Представляете, мужчина глупые слова говорит. Это вообще как-то одно с другим вообще не застыкуется. Он, наоборот, серьезные слова любит говорить, а не глупые. Но именно эта женщина от него хочет. В первую очередь. Давайте посмотрим, чего вторую очередь хочет. Ну, если вы считали, то ну, примерно 11 где-то обязанностей. Теперь как бы давайте посчитаем, сколько будет назад отката. Ну, то есть он вот так 11 этих вещей сделал. И что назад получил, сейчас посмотрим. И тогда любитель. Два. Я когда мужчин спрашиваю, вот как бы, они все согласны вот со мной, что этого достаточно. Ну, то есть два. То есть веселое означает мозги не будет выносить. То есть у женщины самая большая проблема это плохое настроение. Это капец вообще. С этим невозможно ничего делать. Ну, то есть всегда веселой и красивой буду. Красивая означает приятной, то есть приносить счастье. И мужчине, в принципе, достаточно, ему достаточно, больше от жены особо ничего не надо, она как бы мозги не выносит и приятно выглядит, классно, как бы уже можно жить, в принципе. Так согласны мужчины или нет? Согласны, конечно, чувствую. От добра добра не ищет. Ладно, давайте посмотрим. Мужчина тоже. Мужчина не будет так перечислять, что ему надо в отношениях. Он не сильно в этом разбирается, он погружен в работу. Но иногда мужчина тоже песни поет об отношениях. И в этом есть большой смысл.
когда у женщины психика, вот это ее внутренний психический цилиндр выходит наружу в отношениях с мужем, она не мягко, уступчиво, податливо себя ведет, а начинает как бы жестить, то это, во-первых, это признак глупости женщины. Вот знаете, в женской психике все как полярно. Вот, допустим, женщина говорит, вот женщина, если она очень как бы ведет себя, как она говорит, разумно, то есть она, мужу, да ты ничего не соображаешь вообще. Ну и вот так вот с ним очень разумно, как она говорит, себя ведет, то на самом деле это глупое поведение женщин. То есть, другими словами, это глупые женщины в отношениях так себя ведут. А если женщина ведет себя как будто бы глупо внешне, то есть она, да, я согласна, все, как бы, как скажешь, так и будет, то это разумные женщины так себя ведут. Теперь некоторые женщины возражают, говорят, что я должна перед ней все время прыгать.